Весенний бал, и сразу представляются юные танцоры, которые кружат в парах по паркету. Обязательно прекрасные платья на девушках, строгие костюмы на их партнерах. Фантазия рисует атмосферу салонов 19 века, когда выезд на бал был событием, к которому готовились долго. В Балаково весенний бал проходит уже в 8-й раз. Это турнир по спортивным танцам. Здесь, в отличие от танцевальных залов позапрошлого столетия, царит дух соревнований, а судейская коллегия выставляет оценки. В этом году на паркет в «Спартексе» вышли более 400 участников, которые представляли 5 регионов страны. Впервые среди танцующих была девочка из Норильска, а это о многом говорит. География балаковского турнира расширяется, спортсмены хотят соревноваться. И никакие 2 года пандемического застоя этому не помешали. Не скажу, что уровень во время пандемии упал. Наоборот, турниров было мало, спортсмены больше тренировались, а сейчас у них большое желание выступать, показывать свое мастерство. Чтобы посмотреть выступления всех пар, судьям понадобился целый день. До позднего вечера в зале звучала музыка, а по паркету двигались пары. Румба, фокстрот, вальс, пасодобль. У каждого участника свои коронные танцы. Самым любимым – это танго. Любимый – румба, а самый сложный – венский вальс. Тимофей Шевченко и Алина Гамаюнова из балаковского клуба «Элита Данс» танцуют вместе уже несколько лет и завоевали множество наград. Маленькие звездочки и на этом турнире несколько раз поднимались на пьедестал за медалями. Они точно знают, как дается победа. Мы начали заниматься с 4 лет. Целую неделю тренировки, нет никаких выходных. Уверенно выходим и стараемся. Их коллеги из Ульяновска тоже завоевали 2 золотые медали в своей категории. Их секрет успеха прост. Наш моральный дух, наш дух пары. Танцуем долго и уверенно. Судьи, которые уже не первый раз работают на балаковском турнире, уверены, у весеннего бала хороший потенциал. Ведь он проходит уже 8-й раз, а это значит, что завоевал доверие и танцоров, и судейской коллегии. Я хочу отметить стабильность, что всегда ваш город принимает соревнования по танцевальному спорту душой. Всегда есть какие-то, но такие добрые слова, приятная атмосфера. Это очень важно для соревнований. Не исключено, что весенний бал присоединится к числу турниров-долгожителей, которых в нашей стране не так уж и много. В этом году Федерация танцевального спорта доверила право провести в рамках весеннего бала первенство Саратовской области в группе «Юниоры-1». А это значит, что организацию соревнований оценили на самом высоком уровне. Хотелось бы выразить слова благодарности всем партнерам и спонсорам, которые помогли нам в проведении данного соревнования. И особенно хотелось бы поблагодарить депутата Саратовской областной думы Керокосяна Гайка Араратовича. Он в очередной раз показал своими действиями, что он социально ответственный депутат. Отметим, что большое количество медалей завоевали воспитанники балаковского клуба «Элита Данс». В турнире участвовали более 20 пар, и почти в каждой группе ребята входили в число лучших.